Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем выживать на далекой планете с игрой The Solus Project. Значит, в прошлой серии мы благополучно бахнулись на эту планету после того, как наш корабль какая-то хреновина сбила. Пережили здесь первую ночь нашу, и вроде пока живы-здоровы, кушать не хотим, пить не хотим. И у нас в задачах стоит, в общем-то, исследовать местность. Больше ничего. На камешек залез ради красивых картинок. И давайте мы, наверное, пойдем в пещерку, которую я в прошлой серии заметил, да? И немножечко ее исследуем. Так, нет, эта паутина у нас тут нам особо не мешает, да? Ну, тут особо исследовать, оказывается, нечего. Пещерка маленькая, зато есть... Что-то в ней и есть. Кто-то тут камешки сложил. А вон там что-то валяется. Вообще не такая уж она и маленькая. Ух ты. Утерянный артефакт. Беспощадность меньшинства. Улучшает стойкость ко всему. 0 из 43. Ну, забираем. Стойкость к климату, голоду и обезвоживанию плюс один. Ух ты. Как интересно. Давайте пролезем здесь. Я тут сразу не заметил, что тут есть куда идти-то еще. Да? О, там какие-то уже конструкции. Слушайте, я когда играл первый раз, то ли пропустил эту пещеру, то ли тогда еще этого всего не было. Но о том, что эта планета, мягко говоря, населена... Ну, или была населена. Мы узнавали сильно позже. Ну, не считая ракеты, которая прилетает нам в бочину прямо при входе. Так. Механизм. Можно активировать. О, как интересно, слушайте. Еще один артефакт. Реликвия проворства. Скорость передвижения плюс один. Окей. Забираем. Так, давайте покрутим. И чё? И чё? Ну, переключили. А дальше? Я думал, тут сейчас, понимаешь, всё откроется. Можно было посидеть, поесть, попить. Ну нет, тут ничего не открывается. А как? И главное, она больше и не нажимается. Как-то нечестно, ребят. Может, тебе надо камень положить? У меня камня не осталось. Ой, ну да, тут. Может, сюда? Нет, вряд ли. Ой, вряд ли. Да. Печально, печально. Я надеялся, что будет маска какая-то. Что тут так вот таких приколов не будет. Ну, как туда попасть-то? Там же интересно. Наверняка. Ладно. Может быть, как-нибудь потом, как-нибудь с другой стороны. Возвращаемся назад. И тогда идем дальше исследовать эту интересную загадочную планету. Здесь больше нигде проходов нет. Нет. Ну, иногда мы, конечно, вот так втыкаемся в камень, и это, конечно, неприятно. Так, уберем пока. Хотя уже тем... как быстро тут, в общем-то, день пролетел. Мы сейчас начнем замерзать. Это плохо. О, еще хавчик. Это плохо, но... Не смертельно. Пока еще... Хотя вот сейчас вот до туда вот дойдем и посмотрим, что там еще у нас интересного. А да, здесь слева тоже какие-то руины. А, это просто баллон с строгеном каким-то. Ну давайте пойдем в эту сторону. Тем более, что там он что-то там, как говорится, раздается. Вот звуки какие-то оттуда идут. Нет, я имел в виду вот так.
И это надо исследовать. Опа, радиомаяк. Вечный ориентир. Берем. О, а это что? Карго-манифест. Грузовой манифест. КПК Уилсона, радиомаяк К2, две аптечки, рюкзака, два ХИС-1. Ага. То есть это нам хотят сказать, что здесь где-то еще один радиомаяк, две аптечки, два рюкзака и какой-то ХИС, да? И где-то должен быть Уилсон. А хотя, собственно, где радиомаяк-то, я догадываюсь, это он, скорее всего, и поет. Это он, скорее всего, и надрывается нам тут. Царство запустения, часть вторая, да? Ага. Так, нужен факел. А то что-то ни хрена не видать. Да. О, еще один реликт. Гнев Утуку. Стойкость ко всему еще добавим. Плюс 1%. Артефакты спецснаряжения с корабля позволяют расширить возможности вашего организма. Исследуйте мир в поисках таких улучшений и используйте их. На экране статуса вы можете посмотреть текущие эффекты от улучшений. Размер инвентаря, запас воздуха под водой, скорость передвижения, здоровье и устойчивость к урону при падениях и стойкость к климату. Все это может быть улучшено. Вот этого тогда, по-моему, точно не было. Вот этих вот всяких улучшений и прочего добра. А, тоже еда. А, ну, у нас инвентарь фол уже как раз. А, хотя, знаете, мы его можем? Нет, так не можем. Просто растение съедобно, да? Ну, давайте мы его... Нет, я имел в виду... Блин, я хотел съесть. Вот. О, оно и воду у нас немножечко нам тут пополнило, да? Давайте мы и еще одно съедим. Вот так. Нормалек. Так. Почти дошли. А, вот там что-то воет. Точка назначения достигнута. Исследовать местность. Это там вот здесь надо было сюда прийти, чтобы... Это называется исследовать местность. Ну вот как видите, да? То есть игра, она не дает, так сказать... Носом не тыщет. Исследуйте местности и все. Снимок экипажа. У нас была собака. Эх, ох. Так, учебник выживания. Если ваше судно потерпело крушение, соберите из обломков столько полезных вещей, сколько сможете, прежде чем уйти в более безопасное место. Даже самые простые вещи могут спасти вам жизнь, если использовать их правильно. Все, мы прошли обучение выживанию. Прочитали все книжки. Все записки, точнее, по выживанию. Ну, пойдем. Что у нас тут? Точка назначения. Ой, а как мы туда пойдем? Не поняла. Вот сейчас было интересно. А как? То есть никак, да? То есть как-то мы должны с другой стороны сюда подойти, да? Попасть в пещеру, исследовать источник звука. Фальшфайр там горит. А, ну ладно. Печально. Здесь нас не пускает. Ну, что-то такое я, кстати, помню, да. А, ладно. Тогда давайте я сейчас по-быстрому сбегаю домой. Пересплю это дело, да? Потому что ночью тут бродить как-то не это. Холодно, сука. Хотя у нас вообще защита на мороз. Пока не особо холодно. А что у нас со сном? 10 часов. Опа. 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 Отложим сон. Отложим на потом. Пойдем посмотрим, что там грабанулось. С таким грохотом. Следите за жизненными показателями. Это понятно. Это все понятно. Это вроде... А! Вау! Это что это тут сыплется-то? Это вот ты упала тут? И мухи налетели. Да. О, ты гляньте. Телепортер. Телепортирует. Ох ты. Устройство телепортации. Бросить диск, отметить место, телепортация переместится. А, что-то такое припоминаю, да. Про телепортер было дело.
Сухпайки еще, да, у нас как назло инвентарь full, да? Ну вот, ладно, у меня где-то бутылочка была, вот, давайте жахнем. Вот. И, наверное, поменяем. Тут выбросим пустую, а свежую возьмем. Так, ладно, тогда пусть это все здесь остается. Короче, нам еще припасы будут скидывать вот таким вот макаром хитрым, да? Там воду что-то грабанулось. Я бы, конечно, слазил, но не сейчас. Ладно, зато у нас есть что? У нас есть телепортер. И мы теперь можем пройти через ту решетку. Пойдем. Пойдем посмотрим. И даже через две решетки. Мы сначала пойдем в ту, где инопланетные эти захоронения было. Точнее, стол этот непонятный. Сначала туда сходим, а потом уже вот по, собственно, основному заданию. Ну или как минимум попробуем. Не, ни хрена не пускает нас туда, не бросает диск, не прилетает он через эту решетку. Увы, и ах, но туда таким способом не попасть. Жаль. Ну, тогда пойдем, конечно, по сюжету. Так, ну тут вообще что-то совсем дубак стал. Влажность прям совсем бешеная, ветрище. Но надо срочно прятаться. Ну, благо мы как раз идем в пещерку. Так, давайте возьмем этот телепортер, зашвырнем туда диск. Вот, и телепортируемся. Отлично. Мы попали в пещеру. Единственное, конечно, я боюсь, что у нас сейчас факел йог. А, ну вот у нас как раз... нет, он просто... Подожди, вот. А, блин, инвентарь full. Ну-ка. Если так... Дашь взять? Да, взялся. Отлично. Что-то музончик тут разгуделся. Ладно, пойдем. Возьмите припасов и источник тепла и света. Так, мне, наверное, факел надо было сделать, да? Ну, надеюсь, что пока обойдемся одним. Он прям, музон-то прям совсем какой-то стрёмный стал. Вы покидаете область, 0 деталей башни, 9 секретов осталось найти. А, то есть это мне предлагается перейти в другую локацию. Эй, что трясется-то все? Хорош. Ух ты, разгулялась-то непогодка-то, а? Снег пошел, ё-моё. Ой, блин. Так, знаете что? Я, наверное, Е. Так. Давайте не будем, наверное, торопиться. Ой, фу, я что-то застремался. Вот. Не будем пока торопиться. Раз там другая локация, все дела. Блин, даже снег пошел, а? 13 градусов тепла. Я остываю потихоньку. Вернемся к своей базе. Переночуем, поедим, поспим. Сделаем еще пару факелов. Немножечко еще побродим по этому острову. И завтра, да, и поищем еще тут он секреты какие-то, 9 штук и все такое. А потом уже тогда полезем дальше в пещеры на, значит, следующий уровень. Так, ну я проснулся, потянулся. Решил пока не делать себе факелов и прочего, а оставить этот набор. И побродить, поискать, собственно, те самые секреты, о которых тут упоминалось, да? Погода у нас что-то совсем испортилась. Прям молнии сверкают, дожди. Вот немножко еды еще. Ну, это у нас будет появляться. Да, в общем-то, с едой у нас проблем особых не будет. Температурка у нас 19 градусов почти, да? То есть... Отличная погода, в общем-то, на самом деле. Потому что здесь, в общем-то, на самом деле обычно либо очень холодно, либо очень жарко. Как попасть в ту пещеру, я пока так и не знаю, да? Мы, наверное, это дело посмотрим как-нибудь потом. С другой стороны, может быть, обойдем или на гору залезем, может, там где-то вход. А пока попробуем, давайте, пройти дальше по побережью, да, за ту вот ракету, которая нам прилетела с неба и принесла немножко еды. Вот, посмотрим, что там еще.
Вообще постараемся обойти остров немножечко по кругу. Может быть, что-то еще интересного найдем. Тем более, что, как вам сказали, где-то здесь должно быть аж 9 секретов. И это интересно. С такой температурой воздуха я в воду не полезу. Надо будет, придется разводить костер, сушиться. Ну его нахрен, да? Вот. Потом как-нибудь станет тут потеплее. Можно будет полазить немножко. В смысле, поплавать немножко. Хотя, нет, можно, да. Это что, просто так плавать? Да, можно здесь пройти. А, нет, все-таки пришлось лезть в воду. Ну, ёб твою дивизию. Ладно. Залезли так залезли. Что ж теперь? Значит, будем греться. Сейчас попробуем тут проплыть. Какие-то острова, на них какие-то постройки даже вроде как бы есть. Интересная планета, интересная. Ну, бочка какая-то. Есть с нее что можно взять, нет? Но вот это, да, я понимаю, конечно, что там обломки понасыпались. Ух ты, это что у нас тут? Ниша просто. А, просто ниша, как раз где можно погреться. Чудесно. Давайте вот как раз и сделаем из него костерок и, собственно, погреемся около него. Больше тут ничего срезать нельзя. Давайте, да, сейчас мы высохнем, я надеюсь. Где он? Все? Это он так быстро прогорел? О-о-о. Я-то думал, господи. Погрелись, блин, да. Ну ладно. Влажность 12,5, пойдем дальше. Долго стоять на одном месте не будем. Движение — это жизнь, особенно когда холодно. Ну, вообще теплеет уже, 27 градусов на улице, так что факел можно... А, нет, это не на улице. Это с факелом у нас 27 градусов. Тогда ладно, тогда оставляем. Так, еще какие-то находки. Нет, только ресурсы, да? А это что? Рюкзак. О, рюкзак. Инвентарь плюс 2. Берем. Инвентарь плюс 3 в сумме. Ну, окей. Тогда берем еще воды. Еще консерву. Еще трубу возьмем. Ну, давай все возьмем. Ладно, так, хорошо. Можно туда, можно дальше по бережку пойти, да? Сейчас прикинем, куда топать дальше. Если... О, что? А, это фрукт. Ну, фрукты пусть растут, я их собирать не буду. А здесь у нас его записочка. Дневник Латы 23-26. Все так заняты. Месяцы летят один за другим. Нет времени записать что-нибудь. Мы уже недалеко от Глизы 61-43C. Почти все действительно заволнованы. Кроме Фредерика, конечно. Он, похоже, беспокоится даже больше обычного. Нужно расспросить его поскорее. Так, хорошо. А, ну здесь, собственно, особо идти-то некуда, да. Значит, путь один сюда. Пойдем. Пойдем. Мне прям даже интересно, какие тут еще секреты есть. И... А, ну тут тоже особо-то не разгуляешься. Черт. Блин, лезть в воду. А, слушайте, как 9 секретов, да? Где-то здесь запрятаны. А больше, в общем-то, пути-то и нету. Ну, ладно, давайте, я сейчас попробую. Если не получится ничего, тогда просто вернемся куда-нибудь. А если получится, то посмотрим, куда приплывем. Так, а я тут, кстати говоря, что-то нашел. По-моему, это аптечка. Вот, под водой, пока плавал. Очень-очень быстро у нас заканчивается воздух. И куда-то мы тут выплыли. Сейчас мы выйдем на берег и посмотрим, что это мы такое подобрали. Ну. Хотя я даже не знаю, хочется ли мне выходить. Консерва.
Бумажка. Так, дневник Латы. Обсудили с Софией ее проблему, и она немного повеселела. Дала ей часть своего эфирного времени. Она снова начала работать. Поделилась с ней хорошей новостью, что мы точно уверены, что может быть сложная растительная... Что там может быть сложная растительная жизнь, не только микробы. Она вернулась... куда-то вернулась. Я думаю, так, ну, тем не менее, у меня, блин, минус 5,7. Дайте мне хоть факел. Вот так вот, все потеплее, 14 градусов. Хотя, конечно, ветрище. Давайте заберем консерву и посмотрим, что мы так... Да, аптечка. Мы нашли аптечку. Нормализует температуру, кстати говоря. Что у меня с этим? У меня, блин, да, особо тут не погреешься. Топливо нужно. Нужно топливо. Так, дневник 19. И здесь... Ничего, да, больше, ладно. Так, а вот это странно. Карина упоминала, что видела следы метана. Очень слабые. Мы не знаем, что может быть источником, и не узнаем, пока не сядем. Если бы только наземные зонды сработали как надо, тогда бы у нас было больше данных. Странно это. Ну, следы метана... Сейчас что? Жизнь есть жизнь. Кстати, радиомаячок, который тоже не лезет, потому что инвентарь уже фулл. Ладно... Инвентарь фул, так фул. Что ж, здесь, по-моему, больше, да, это клочок такой земли, на котором больше ни хрена и нет. Я, значит, на ветрище в мокрых шмотках тут стою, понимаешь, и это. Да, вот радиомаяк, вот он светится. Ну, вот так он, собственно, и работает. То есть мы его выбрасываем, а он там потом светится. Ладно, давайте посидим немножко, погреемся от факела. Я надеюсь, он не погаснет в самый неподходящий момент. Даже не знаю, чего мы тут, собственно, планируем выждать. Но плавать в темноте прям как-то совсем стрёмно. Давайте съедим одну банку. А ось согреемся от немножко от калорий, да. Да, температура становится только все ниже и ниже. Теплее не будет уже. Это подстава, я не планировал застрять и замерзнуть здесь нахрен. Это тучи просвет, да. Ну, а ось сейчас распогодится немножко. Ладно, да. Нет, все равно не хочет собирать, ну. Ты собака чилийская. Блин. Cold and wet. Я понимаю, что temperature dropping. Блин. Влажность растет. Температура падает. Ветер не утихает. Вот забрался на свою голову. Нужны мне были эти секреты. Кстати, совсем пропустил, да? Здесь, оказывается, есть вот такая штука, да? И реликвия жизни. Максимальный уровень здоровья плюс 25. Заберем эту реликвию. Вот. Ну, по-прежнему нам тут, в общем-то, неуютно. Теплеть и светлеть пока что-то не собирается. Я продолжаю мерзнуть. Потихоньку. И это плохо. Ведь это хоть от ветра где-нибудь спрятаться. Вот тут, кстати, вроде дует поменьше. А вот сейчас тут переночуем как-нибудь. Даже поспать я лечь не могу, потому что мне... А, нет, вот тут смог. Хорошо, ладно. Может быть, сейчас переспим, и все пройдет. Так, ну вроде мы не замерзли. На улице теплынь. Это хорошо. Гипотермия. А что у меня? Как это? 8 часов здоровья плюс 517. Подожди, почему гипотермия, если температура 37? Вот теперь самое время. Плавать бы, да? Вот туда надо было, блин. Надо было вон туда. Кстати, нам надо попить, а то я сейчас это... Двину кони, да? Пустая банку надо выкинуть.
Да, бутылочку выпьем немножко. Нормально. И тоже выбросим. Мусорим. Мусорим, конечно, по-черному, но очку куда деваться. Поплыли вон туда. Там вроде какой-то проход. Так, выбрались немножечко на берег. Тут, кстати, в тенечке-то не очень жарко. Поэтому выйдем на солнышко. Вот. Сейчас тут немножко подсушимся. Подсушимся. И пойдем дальше. Ну, хоть не колд. Сохни давай. Все, высохли. У нас здесь вот, собственно, пишется. Влажность тела 0, скорость сушки. Ну, сейчас 0,0. Вообще было аж 4х. То есть на солнышке мы тут очень хорошо достаточно высыхали. Так, факел. Ну, иди ж ты, господи. Что ты вот иногда, конечно, встает так странно. Так, у нас тут очередная пещера. Это интересно. Пойдем пораз исследуем. Так, заберем вот это вот все добро. Оно нам надо. А, здесь проход. Это какой-то сквозной просто тоннель, да? В котором, признаться, ни черта больше и нет. Кроме добра для разведения костра. Так, что можно выкинуть? Да ничего нельзя выкинуть. Можно только сожрать вот этот овощ, фрукт или что там. Вот так. Ну и, собственно, пойти дальше. Ладно. Набрали хвороста. В случае чего есть чем костер развести. Но пока, я так понимаю, у нас проблема не столько в костре. Кстати, да, он пишет, сколько там еды, калорий, воды и так далее. Это хорошо. А не столько в костре, сейчас-то пока тепло. О, есть еще дневник. Я показал Карине наши находки касательно Глизе. Качество изображения со спутников достаточно хорошее, но все же недостаточно. Мы рассчитывали получить эти сведения от наземных зондов. Она сказала, что попробует что-нибудь придумать. Это лучше, чем ничего. Что за... Еще что-то упало. Ну, здесь все время падает до сих пор. Кстати, 43 градуса уже. Да, вот. Теперь нам надо прятаться от жары уже. Мы с Фредериком проверили недавние сканы поверхности планеты. Расширенный спектрографический анализ показывает наличие углеродных соединений. Они образуют области, которые почти идеально совпадают с теми, где, как я полагаю, может быть растительность. Да мы уже поняли, что планета не мертвая, а вполне себе обитаемая. Ладно, теперь это становится похоже на чистилище. Или вроде того. София все продолжает свои разговоры о семье и о том, как она скучает. А мне редко удается поговорить с кем-нибудь еще, несмотря на мое желание. Мы знали, что дороги назад не будет. Зачем она вообще вызвалась? Так. Ну классно, не переведено, да? Ну, ладно, печалька. Софии давно не было, поэтому я навестил ее. Меня ждал неприятный сюрприз. Она выглядела ужасно. Думаю, она на грани срыва. Она сказала, что вещи, которые должны были помогать ей оставаться сильной, сломали ее. Ну, да, вопрос. Нахрена, если у тебя семья, нахрена было лезть? О, еще рюкзачок. Еще плюс 3 места. Чудесно. Нахрена было тащиться в экспедицию, с которой, в общем-то, крайне низкие шансы на возвращение. И даже если, то все равно будет это много-много лет спустя. Это какой-то мазохизм, на мой взгляд. Если уж тебе так дорога твоя семья, сиди дома, что ты? Куда поперся-то? Вот. Так, ладненько, так, тут надо в тенечке прятать. Слушайте, вообще, ух ты, слушайте, тут совсем прям жопа на солнце. Опа, 4 артефакта, а, Worship Tablet. Так, это, видимо, то, что здесь есть на этой локации. 4 артефакта, одна реликвия света, тени, одна проворство. Да? Нас об этом как бы уведомляют. Хорошо. Ну, артефакты я вроде как все собрал. Здесь есть что? Нет, здесь ничего нет. Нет, что-то есть. А что это? А, вот реликвия тени. Склон... Стой, господи. Стойкость гипотермии. Плюс 1. Оп. Отлично. Получили.
Вот самое, самое как бы интересное, да, что мы пока понятия не имеем, что это такое, откуда, зачем и как оно на нас действует, но тем не менее уже, понимаешь, по прохождению во всю этим пользуемся. Ну, я не помню, честно, вот не хочу врать, не помню, но, по-моему, не было этих всех реликвий, артефактов, вот в первый раз, когда я проходил, тут вообще как бы до тех пор, пока я не залез в пещеры, это была, ну, просто дикая планета, обломки там нашего кораблекрушения, что, здесь не пройти, что ли, никак? А, не запрыгну, вот. И все, а потом, вот уже только, когда мы пролезли, или я уже просто, это ложная память, вот, начинается. А, ну так это мы вернулись. Ага, отлично. Вот. Вот тогда уже, значит, начиналась всякая вот эта вот инопланетная фигня. И становилось еще интереснее. Так, давайте я, наверное, вот здесь вот все-таки дообойду островок. Кстати. Нет, подожди. Сначала я хотел бы еще вот здесь немножечко пошариться. Может быть, здесь. Будет вход в ту пещеру с другой стороны. Я, может, его просто проглядел где-то. Нет. Нет здесь ни черта. Это проход, через который мы прошли, да? Солнышко уже садится. Ладно, тогда сейчас обойдем до конца вот этот полуостров. Вернемся в свою пещеру, переночуем. Ну и тогда, если... Ничего я здесь сейчас не найду. Значит, пойдем дальше уже в следующей серии по сюжетке в пещеру. Вот, потому что, конечно, можно долго и упорно тут ползать, в общем-то, по этой локации, как и по всем остальным, в поисках, так сказать, интересностей разных. Но мы это, понятное дело, делать не будем. Вот. Тогда я, наверное, сейчас... Да, сейчас я тут застряну. Наглухо, блин. О, вылез. Отлично. Да, тогда я сейчас запись остановлю, наверное. И посмотрим, чем там все будет дальше. Да, ну, не нашел я ничего. Значит, единственное, это я тут поспал удачно, что называется, на открытом, на свежем воздухе, да. У меня перегрев 38,39. Сейчас помирать начну от перегрева. Срочно надо в пещерку спрятаться, вот, попить, поесть. И тогда уже, значит, завтра, точнее, в следующей серии мы продолжим наше путешествие уже отсюда, отправимся в пещеру. Вот, да, нашел я ничего не, там не нашел, кроме вот, собственно, аптечки еще одной. Вот, да. Ну, в общем, тогда сейчас я на этом заканчиваю, вот, и в следующей серии тогда пойдем в пещеру уже с факелами, с едой, с водой и вот этим вот всем. Значит, наше последующее приключение. А на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, ну и оставьте комментарий по возможности, потому что мне очень важно ваше мнение и конструктивная критика. Спасибо.